О том, что происходит в Украине и мире, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за введения жесткого карантина, планирует Кабинет министров Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Выплаты смогут получить в регионах красной зоны. К ним отнесены 6 областей и Киев. Однако список может расшириться. По данным Минздрава, уровень госпитализации превышен уже в 14 регионах. Новые мутации британского коронавируса. В Украине ученые обнаружили более опасный штамм COVID-19. По словам генетиков, измененный вирус гораздо быстрее распространяется в организме и замедляет восстановление иммунной системы. Образцы для исследования были отобраны в Ивано-Франковской области, когда там начался скачок заболеваемости. Ученые предполагают, что именно мутировавшие штаммы стали причиной резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Исходя из данных Всемирной организации охраны здоровья, они говорят о том, что люди, которые переболели предыдущими штаммами, к сожалению, они могут переболеть вторично и в третий раз другими штаммами. Те вакцины, которые сейчас применяются, они могут быть недейственными против новых мутантов, которые уже распространяются по миру. Второй этап вакцинации от коронавируса стартовал в Украине. Теперь прививку можно получить не только через мобильные бригады, а и в специальных стационарных пунктах. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, их к концу марта будет около 2500 по всей стране. На сегодня дозу вакцины получили 111 024 украинца. Еще один прошел полный курс иммунизации, то есть две дозы. Лидируют по темпам вакцинации Донецкая область. Там привит уже более 9 тысяч жителей. Всего в рамках второго этапа вакцинации мы планируем развернуть больше 2500 прививочных пунктов. Их разместят по всей стране, и они будут открываться с расчетом того, как будут поступать новые партии вакцин. Все три вакцины против COVID-19, зарегистрированные в Украине, это Оксфордская AstraZeneca Covishield, CoronaVac компании Sinovac BioNTech и вакцина Pfizer, одобрены Всемирной организацией здравоохранения и безопасны. Препараты исключают тяжелое протекание болезни почти на 100%, заявил профессор Национального медуниверситета имени Богомольца Сергей Дубров. Также он отметил, что в Украине на 100 тысяч вакцинированных зафиксировали меньше 500 случаев ухудшения самочувствия, которые не требовали госпитализации. Если говорить об эффективности, безопасности применения вакцины Covishield, мы видим, что той же вакциной вакцинировались премьер-министр Великобритании, премьер-министр Франции. Те заявления о зарегистрированных побочных эффектах в виде тромбозов, они, как считают эксперты EMA и Всемирной организации здравоохранения, не связаны с вакцинацией. Ежегодно в мире умирают от тромбозов более 10 миллионов человек, а каждый день более 1600. Один человек погиб, пятеро в больнице. В Польше разбился автобус с гражданами Украины. На место аварии отправился консул, чтобы координировать оказание медицинской помощи и вопросы с возвращением домой тех, кто не пострадал. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Всего в автобусе было 10 человек, двое в тяжелом состоянии. Это вторая за месяц авария с участием украинских автобусов. Место аварии почти совпадает с тем, что произошло раньше 6 марта. Как мы знаем, была также авария с участием украинского автобуса с погибшими и пострадавшими. Это и будет предметом расследования для того, чтобы выяснить, является ли это системной проблемой. По состоянию на сейчас осуществляется расследование причины аварии. Точной причины пока не знаем. По предварительной версии, автобус выехал на дорожный отбойник и упал в кювет. Напомню, 6 марта примерно на том же месте и в то же время суток в ДТП попал украинский автобус, в котором ехали 57 человек. Тогда погибли 5 украинцев, 35 человек получили травмы различной степени тяжести. Шестеро пострадавших до сих пор приходят в себя, проходят лечение, двое в очень тяжелом состоянии. Житель Луганской области подорвался на гранате. ЧП произошло в селе Орехово-Донецкое. Взрывчатка сработала во время разбора досок в сарае. Мужчина получил травмы, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Открыто уголовное производство по статье «Террористический акт».
Европейский Союз свел санкции за нарушение прав человека. В черный список попали 11 человек и 4 организации из России, Китая, Эритреи, КНДР, Южного Судана и Ливии. Об этом сообщает Радио Свобода. Санкции включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Введены они в рамках нового механизма. Так называемый Европейский акт Магнитского применяют к иностранцам, ответственным за нарушение прав человека. Имена опубликуют сегодня. Бесплатные курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В 9 украинских вузах запустили проект, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Уже с 1 апреля желающие поступить смогут начать подготовку. Как записаться на занятия? Смотрите в нашем материале. Наталья переехала в Северодонецк из Луганска сразу после школы, так как решила получить украинское образование. Сейчас она студентка 3-го курса юридического факультета Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. 11 классе уже я задумалась над тем, что даже если я поступлю там, и там я тоже хотела поступать в Даля, что будет дальше? Что я получу? С каким дипломом я выйду? Какое вообще у меня будет образование? И будет ли оно действительно где-нибудь вообще в априори. Будущий программист Евгения учится на 2-м курсе университета. Девушка переехала в Северодонецк из Краснодона. Здесь университет заключает контракты с иностранными компаниями, то есть ты можешь проходить какие-то курсы, развиваться как-то в этой степени там, с другими странами. То есть я могу получить украинский паспорт, загранпаспорт, могу куда-то выехать, путешествовать по Украине. Большие возможности. Там же я никуда не могу выехать. Домой в Краснодон Евгения ездит раз в полгода. Она скучает по родным. Против были мои бабушки с дедушкой. То есть они хотели, чтобы я была поближе к ним, что далеко не ехала. Они еще вот смотрят телевидение. То есть куда ты там? Там тебя не примут. В предыдущие годы абитуриенты из Крыма и Ордло для поступления в украинские вузы самостоятельно изучали необходимые предметы. Но теперь станет проще. На бесплатных подготовительных курсах будут преподавать украинский язык и литературу, историю Украины, математику и английский язык. Для этого школьникам надо заполнить анкету. Это может быть человек, который либо уже закончил, начиная с 2014 года, школу на неподконтрольной территории, либо, может, заканчивает ее в этом году, 11-классники нынешние. Они заполняют анкету. Анкета у нас размещена на сайте, плюс мы ее, опять же, распространяем по социальным сетям для информирования. Заполняется обычная анкета. Занятия бесплатные и будут проходить дистанционно, поскольку не все дети могут выехать с временно неподконтрольных Украине территорий. Анкеты от абитуриентов принимают до 1 апреля. Основная цель проекта состоит в том, чтобы помочь детям подготовиться для поступления в первую очередь, и в дальнейшем, наверное, для обучения тоже, поскольку один из главных предметов – это украинский язык и литература, который, как мы знаем, либо вообще в школах не преподается, либо преподается очень точечно и не дает каких-либо основательных знаний. Курсы запустили на базе 9 украинских вузов. В дальнейшем список университетов расширят. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Новости Украины. Еще больше информации на наших страницах в социальных сетях. И спасибо, что смотрите.